Новая девушка Керима Берсина и встреча со старым соперником. Бывшие возлюбленные Серинай Сарыкая, Керим Берсина и Джем Йылмаз встретились прошлой ночью на вечеринке. Итак, как прошла вечеринка и в чем обвинили Керима Берсина журналисты, вы узнаете в сегодняшнем видео, друзья. Известный актер Керим Берсин и популярный комик Джем Йылмаз присутствовали на совместной вечеринке в историческом районе Стамбула в Бебек. Судя по фотографиям, на которых Керим Берсин и Джем Йылмаз обнимаются, бывшие возлюбленные Серинай Сарыкая отлично ладят. После окончания вечеринки бедняга Керим Берсин не смог доехать спокойно до дома. Всю дорогу его буквально преследовала толпа журналистов. Как видно из видео, Керим Берсин не собирался останавливаться, но толпа журналистов преследовала его на каждом светофоре, пытаясь получить ответы на их вопросы. Ну а больше всего журналистов интересовала загадочная девушка, которая сидела на заднем сиденье машины. Как пояснил Керим Берсин журналистам, девушкой в машине оказалась актриса, которая снялась в эпизодической роли сериала «Ты постучись в мою дверь». А так как у них с Керимом общий менеджер, они любезно предложили подвезти девушку домой, которая, кстати говоря, замужем. И если хотите, можете также поговорить с ее мужем. Не нужно на пустом месте искать выгоду, ответил Керим. Ну, конечно, журналисты на этом не унимались. Задали вопрос, спились ли они с Джемом Йылмазом, несмотря на бывшие отношения с Серинай Сарыкая. Берсин ответил, что они прекрасно ладят и очень любят друг друга. И что старые отношения с Серинай Сарыкая, когда уже столько лет прошло, не имеют никакого отношения к их дружбе. Молодец, Керим Берсин, как всегда, достойно ответил на все вопросы журналистов. На сегодня все, друзья. Спасибо, что смотрите мои видео. Обязательно оставляйте комментарии. Мне, ну и всем остальным зрителям будет интересно почитать ваше мнение. Ну а тем, кто еще не подписан на канал, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик для того, чтобы как можно скорее встретиться в новых выпусках. Берегите себя и до новых встреч, друзья!